Из разговора с Аркадием Севидовым. Сонату Листа я играл уже приблизительно год. Играл я на конкурсе, наверное, 6-й или 7-й раз. И мое счастье, что все время шла по возрастающей. Первый раз, когда-то я играл весной на экзамене. Вот это было как раз то, что я говорю. Все на месте, все крепко и ничего интересного. И теперь уже понимаю это. Но потом раз от раза, наверное, связано с тем, что когда играешь одно произведение долго, появляется свобода больше. Не сковывает эстрада. Никакого же. То есть волнение есть, но оно не мешает. Но за это, возможно, что-то и было. А каков ваш ход мысли вот в то время, когда вы должны склеить воедино такую огромнейшую вещь, такое полотно? Ход мысли, вы знаете, это скорее не мысль все-таки. А что это? Трудно сказать. Чувство. Thank you.
Давайте же послушаем эти песни. И в каждой из них постараемся уловить отблеск тех давно минувших языческих времен. Мы ходили, мы гуляли по святым вечерам. Да, усик за рекой. Мы ходили, мы искали, мы богатого двора. Да, усик за рекой. Вот песня «Колядка». Вы слышите, в ней все время повторяется слово «Таусин». Оно повторяется как рефрен, как заклинание, и в нем слышится другое слово – «сеять», «овес». Недаром певцы, когда пели эту песню, стоя перед крыльцом дома, они из лукошек посыпали снег и крыльцо молодым зерном. А вот песня подблюдная, гадальная. Ведь язычники не случайно кидали круглое серебряное кольцо с пальца в круглое, наполненное водой блюдо. Потому что в их понимании круг, кольцо – это судьба, непрерывное круговращение и движение в природе. Песни масленичные. В этой песне речь идет о существе живом, одухотворенном, зимнем, которому приносят как живому жертву. Посыпают ледяную гору сыром, поливают ее маслом из бутылки. А блины, которые пекутся по избам в это время, они тоже круг, солнце, тоже лицо хлебного зимнего божества. Песни «Веснянки». Весну зовут как живое, приближающееся, идущее из полей существо. Выкликает ее громко, звонко, голосисто. А эхо, которое летит из полей, это отклик и отголосок приближающейся весны. Свои матушки-то на хвостах.
Песня купальская, троицкая. Ее поют девушки на берегах рек, у опушек лесов и рощ. В это время они водят хороводы, клянутся вечной и верной любви и дружбе, и свидетели призывают березу, которая служит для них порукой в этой дружбе и в этой любви на всю жизнь. А венок, который они сплетают, это тот же круг, тот же обруч, только созданный из живых стеблей, трав и лепестков вешних цветов.